27 по 29 апреля на территории нашего района проводится профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику ДТП с участием пешеходов, а также на пешеходных переходах. И проводится еще одна социальная кампания на территории нашего района с 1 марта по 31 мая. Называется она «Дистанция». Целью данной кампании является снижение количества ДТП, возникших по причине неправильного выбора или несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях.